В молодежном центре «Этаж» станицы Сиверской собрались ребята, которые добились внушительных успехов в учебе. Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускники, которые сумели получить максимальный результат на ЕГЭ – 100 баллов. Вместе с ними на встречу пришли родители и почетные гости. Глава района Андрей Дорошевский, его заместитель Марина Наумейко, депутаты законодательного собрания края Андрей Куемжиев и Сергей Орленко. Очень большие молодцы, на самом деле. Собраться, выучить и проявить все свои знания и, как говорится, выдержать это напряжение, это очень, на самом деле, тяжело. Вот, настоящие молодцы. Вот. То, что вы участвуете в олимпиадах, тоже замечательно. Развиваетесь сами, развиваете район. Вы лидеры. Вот ими оставайтесь по-настоящему. Потому что вы будете нужны и востребованы всегда и всем. Хорошее настроение гостям праздника подарили детские творческие коллективы района, которые подготовили яркую и зажигательную концертную программу. Здесь же прошла и торжественная церемония награждения одаренной молодежи Северского района. Депутаты и глава района лично поздравили каждого отличившегося выпускника. Ребятам вручили грамоты, медали за особые успехи в учении и аттестаты с отличием. Завершили мероприятие совместными фотографиями на память.